spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлен рыболовный ящик Helios от группы компании Tanar. В принципе, аксессуар спроектирован как зимний, но им также можно пользоваться и в теплое время года. Например, в качестве сиденья ящик должен выдерживать рыболова весом до 130 кг. Выпускается в двух вариантах. Давайте поближе его рассмотрим. Данная модификация отличается наличием дополнительной секции и имеет следующие размеры. Длина 40 см, ширина 19 и высота 41 см. У второго ящика такая вставка отсутствует. Его габариты равны 19 на 34 и 41 соответственно. Модель объемом 28 литров весит около 2,4 кг. Масса варианта вместимостью 23 литра составляет примерно 1,8 кг. В качестве основы для производства зимних ящиков Helios применяется оцинкованное железо толщиной 0,5 мм. Во-первых, такой металл не подвержен коррозии, а следовательно, вещь прослужит дольше. А во-вторых, реально снижается общий вес. При изготовлении крышки используется ДВП и пенополистирол с обтяжкой тканью Oxford. Для переноски в комплект входит плечевой ремень и стропы шириной 30 мм. С обоих концов он жестко прикреплен к боковым стенкам, но для большего комфорта может регулироваться по длине. Отстегнув замок, мы открываем верхний просторный отсек. Он имеет одну секцию, где удобно разместятся крупногабаритный инструмент или удильники. Здесь же можно хранить коробки с мормышками или блёстками. Перейдем к основному отделу. Для этого необходимо открыть пару внешних защелок. Ящик имеет большое отделение с дополнительной невысокой перегородкой. Предположим, в малую секцию мы сложим термос с горячим чаем, черпак или багорик и какую-то рыбацкую мелочевку. Тогда большую часть можно оставить под улов. Еще раз напоминаем, что ящики Helios сделаны из оцинкованного железа. Так что перед тем, как убрать рыбу вовнутрь, сложите ее в отдельный пакет. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.